Життя святих святителя Дмитрія Ростовського. Месяць юні. День п'ятий. Сія чтення бібліотеки LibriVox. Ця чтення LibriVox – достояння всеобще. Аж ти хочете боле научити или же помощти, посетите LibriVox.org. В той же день представление преподобного отца нашего нового исповедника – і пустину жителя єгипетського. Преподобний Анубій єгиптянин бяше родом, велює ім'я і веру, і любов ку Христу Богу. Той гоненію на християни от нечестивих ідолопоклонників бившу, дерзновенно ісповеда Христа пред нечестивими, і мучен бист от них. Смотренням же Божим отпуштен бив, пойде в пустиню, і скиташеся в неї, подвізаєся і огуждає Богу до старості глубокія. Бист же скончання його сіці, при брезе реки Нила, египетскую страну напаяющтия, снідошися в некое время на едино место три отцы пустынни, Духом Божиим водими, Авва Сур, Исаия и Павел. Вопросивши же друг друга, кто каму грядет, обретошися все три едино мысли намерения имущти, киш дубу от них грядяше ко Авве Анувию. От места же туго, на нем же снідошися бяше к монастирю Анувиеву путь водою триех дней, плавание же вверх против воды. И сидяху на брезе ждуште, даже прилучиться им некий корабль там уплывушт, в него же бы им седше, достигнути места в нем же преподобнее новые прибывает. Не прилучаю, что си же им никаковому же кораблю надолзе, оскорбишеся и рекоше к себе. Помолимся ко Господу, да сотворит с нами ту милость, еже бы не пресекнутися намерию нашему, и не препятися предприятому пути, да не возвратимся тщте и восхояси. Та же Исаия и Павел рекоше ко Авесуру, «Тей, Отче, наипаче помолися, вемей бо, як у тебе всегда Бог слушает, и ней не подаст тобою просимое». Он же повеле и оним собою преклонити колено к молитве, сам же простреся крестообразно на земли, поверх себе на лице пред Господем. По совершении же молитвы, восставши мимо от земли, узреши ладью при брезе стоящую, и паки помолившися, седоше в ню. Ладья же, двигнувшися, поплыве вверх против воды и несома ветром и окормляема невидимою Божьею силою. Толь же скоро плывяши, яко единым часом прейде тулекий путь, им же бы и три дни со многим трудом плыть и подобало. Приставши же ладьи к обрегу против обители Анувиевой, изъедоше отцы на землю, и рече отец Исаия, «Яви мне, Господь, мужа, к нему же шествуем, усретающте нас, и кой гожду от нас тайный сердце, я же кто в себе иметь, сказующте». Рече же отец Павел, «И мне открый Господь, яко по триех днех поймет его к себе от мира сего. Наченшим же им от брега почествовать и к монастирю, и мало от реки отшедшим, се грядяше в сретении им преподобни Анувий, целував их, рече, «Благословен Господь, и же мне вас и ныне во плоти, и прежде в дусе показа. И приведих любезно в келью свою, начакуя мужду от них сказывать и тех добрые дела, никому же, токмо единому Богу ведомая, как у кто особи подвизается и добродетель совершая угуждает владыце своему Христу Господу, и каковую кто от Господа благодать имать. Рече же к нему отец Исаия, понеже и нам открый Господу тебе, о Авво, яко по триех днех имать поятите к себе от временния сия жизни, молим убутя, да и твои нам постнические труды и добродетельные деяния, ими же Богу угодились и скажешь. Не бойся чтеславия порока, отходя бы от мира сего последнему ставишь образ богоугодного жития твоего, яко да будут подражающие тя. Тогда начал глаголить старец, не помню, дабы что сотворил великое и честное, все токму благодатью Бога моего сохраних. От времени, внеже гонению бывшу, исповедах пред мучителями имя Спаса нашего, не изъйде слово ложное от уст моих. Единою бы исповедав правду, не восхотех потом решти, что неправедно и лживое. И паке единою возлюбив небесное, не восхотех прочее любити нечто от земных. Поспешествовала же мне в том и милость Господня, даде бы мне никогда же требовать и киих земных требований. Всякую я же возжелах пишту принушаху мне святые ангели, и ничтоже от меня отей Господь мой, от деющихся на земли, никогда же лишися сердце мое желания Его Божественного.
не почив во дні і в нощі іщтя, Єгоже возлюби душа моя владику Христа. Еже би мне всегда душевними моїми очі сей зреть Його, і зрением того наслаждатися. Зрю же всегда і ангела Божия присутствующа мне, і показующа всех миродержителей века сего. Свету маму Его никогда же угасе. Все, еже просих от Господа, абье получих. Зрех многожды и предстоящие Богу ангельские полки, зрех лики святых мучеников и исповедников, иноков же и всех святых соборы. Тех наипаче, их же не иное на земле бяше усердие, токму славите всегда и благословите Господа в простоте сердца и веры. Видих же и сатану и ангелов Его, вечному огню преданных. И паки против тех видих праведных вечней радости наслаждающихся. Та, Иина я многое тем подобная, преподобнее новику отцем, посещение ради к нему пришедшим, сказуваше 3 дни. Нечте славие ради, но пользе ради слышащим. От пришедших бомолениями принуждаемый сказуваше, чистую совестью и простым сердцем, и со многим смирением та глаголя. Скончевающуюся же 3-му дню, предаде дух свой мирну и радостну, и абие видени бывшие святые ангели, вземлющие душу Его и возносящие в высоту небесную, и слышахуся на воздусе пресладостная ангельская пения. Так от земных прейде в небесные новые преподобные, исповедовай имя Христово пред нечестивыми, и раны и затое подъемой. Ныне в лице исповедников прославляется пред ангелы и небесными от Христа и Иисуса Господа нашего, и муже с Отцем и Святым Духом честь и слава во веки. Амин. Конец життя преподобного отца нашего, нови исповедника и пустыну жителя египетского.